В прошлом году Ярославская область поставила антирекорд по объемам строительства жилья. По данным Росстата, регион занял последнее место в Центральном федеральном округе. Но в последнее время темпы возведения зданий в столице области стремительно растут. В сегодняшний момент введено, по состоянию на 8 августа, введено 74 тысячи метров квадратных жилья из 210 запланированных. Поэтому, понимаете, где-то 1/3. Очень многие объекты готовятся к сдаче. Я надеюсь, что к концу года, в декабре месяце, мы план по вводу жилья 210 тысяч метров квадратных заявлено выполним. Сама планировка зданий изменилась. Современный застройщик отходит от устаревших стандартов и нацелен сделать жизнь новоселов более комфортной и удобной. Это уже не то, что раньше. Маленькие комнатушки, кухни большие, все для людей именно что сделано. Коридоры большие, ну, холлы. Вот если посмотрите, балконы тоже не маленькие. Остекление все пластиком идет. Актуальна проблема обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, молодых, малообеспеченных и многодетных семей. Решения пока нет, так как стоимость квадратного метра составляет более 30 тысяч рублей. И эта сумма покупки жилья непомерно высока не только для льготников. Нина Липина, Лев Белков, Анатолий Сахаров, Я Новости.